собрались сюда. Обычно они тусят в йоги, в парке. Так, вдалеке виднеется Sky 3. Опять фокус. Близко подвожу, фокус вообще не настраивается. Так. Начинай. Нет, еще ракурс подбираю. Что-то как-то да, близко. Так ты отведи, там же есть приближать ответ. Меня слышно, потому что не будет. А зачем ты присела? А потому что не видно мост. А вот сейчас записывается, блядь. Если ты упадешь, я засниму. Если я не упаду, то тоже заснимешь. Ну прыгни что ли в воду, чтобы видео интересное было. И набрало 10 000. Да. Пошли.
Под это дикое пение мы будем поедать свой ужин. О боже. Ну вот нам принесли то, что мы едим. Спагетти. Такие, кто это? Креветка? Не знаю, что там. В общем, огромная креветка. Сумасшедшая креветка какая-то. Ну там, по-моему, краб тоже вон есть. А у меня мясо под сыром. Там признаков того, что вы айпанели. Если вы постоянно фотоете жрачку и выкладываете ее в соцсетях, если вы в полицейском участке спрашиваете дорогу, там еще целая куча. Если вас раздражает сленг молодежи японской, то что? Значит, ты айпанела. Вот и закончили мы свой ужин. Вот это заведение. И если вы приедете погулять на Одайбу, очень рекомендую сюда зайти поужинать. Сейчас я буду показывать обратный ход из этих дебрей. То ли конь, то ли дракон. Драконный конь. Коняжный дракон. Здесь что-то тайское. Да, там том-ям. Я вижу. Здесь тайский, походу, ресторан. Угу. Еще вид на улицу. Идем дальше. Здесь типа древнего моста японского. Здесь что-то японское. Якитори. Жареные куриные шашлычки. Так, идем в пещеру. А, вот здесь мексиканская. Здесь я когда-то была, по-моему. Так тоже весело. Ой, вот тут скрипач, это, по-моему, румын. Я его как-то наблюдала. Надель Каяма. В общем, вход вот такой вот.